Александр Сергеевич Пушкин. Отрывок из сказки о мертвой царевне и семи богатырях. Долго царь был неутешен, но как быть? И он был грешен. Год прошел, как сон пустой. Царь женился на другой. Правду молвит молодица, уж и впрямь была царица. Высока, стройна, бела, и умом, и всем взяла. Но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива. Ей в приданое дано было зеркальце одно. Свойство зеркальца имело, говорить она умела. С ним одним она была добродушна, весела, с ним приветливо шутила и, красуясь, говорила: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я на свете всех милее, всех румяней и белее». И зеркальце в ответ: «Ты прекрасна, спору нет. Ты царица всех милее, всех румяней и белее». И царица хохотать, и плечами пожимать, и подмигивать глазами, и прищелкивать перстами, и вертеться под бочась, гордо зеркальце глядясь. Но царевна молодая, тихомолком расцветая, между тем росла, росла, поднялась и расцвела. Белая лица, черноброва, нраву кроткого такого. И жених сыскался ей, королевич Елисей. Сват приехал, царь дал слово, а приданное готово. 7 торговых городов, да 140 теремов. На девичник собираясь, вот царица наряжаясь, перед зеркальцем своим перемолвился с ним: «Яль, скажи мне всех милее, всех румяней и белее». Что же зеркальце в ответ? «Ты прекрасна, спору нет, но царевна всех милее, всех румяней и белее». «Как царица отпрыгнет, да как ручку замахнет, да по зеркальцу как хлопнет, каблучком-то как притопнет! Ах, тверское стекло, это врешь, что мне назло! Как тягаться ей со мною, я в ней дурь-то успокою! Ишь, какая подросла, и не диво, что бела! Мать брюхатая сидела, да на снег лишь и глядела! Но скажи, как можно ей быть во всем меня милей? Признавайся, всех я краше, обойди все царство наше, хоть весь мир неравных нет. Так ли?» Зеркальце в ответ: «А царевна все уж милее, все ж румяней и белее». Делать нечего, она черной зависти полна, бросив зеркальце под лавку, позвала к себе чернавку и наказывает ей сенной девушке своей: «Весь царевну в глушь лесную, и, связав ее живую, под сосной оставить там на съедение волкам».